Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня мы хотим проводить 2017 год, встретить 2018 и составить наш совет. Да. Сегодня у нас, так сказать, присутствует знак Нового года. Это пес и уходящий петух. Так сказать, салатик у нас будет балдежный. От Руслана. Руслана Гительмана. Руслан Гительман. Классный пацан. Ссылка внизу на его видеоролик будет в описании. Не будет. Но это не точно. Да. Что же, давайте мы уже... И мы приступаем. К делу, да. Я хочу представить вам ингредиенты нашего салата балдежного. Это майонез провансаль. Обязательно провансаль. Руслан говорил, обязательно провансаль. Янта еще. Колбаса обгрызанная маленько. Тоже докторская классная колбаса. Докторская. Сыр в точку. Элитный. Мраморный сыр. Мраморный классный, зачетный. Потом еще зеленый горошек, белгородские овощи. Шоколадыч, Несквик, классный шоколад. С бананом. То, что нужно. Да. Майонез и йогурт нежный. Еще я забыл упомянуть лейс с крабом. Чипсы классные, то, что нужно для салата. Да. И еще делать мы это будем под музыку. И первым ингредиентом в нашем салате будут чипсы с крабом. Чипсы с крабом Лейс. Мы их высыпаем вот так в тарелку, по-моему, слишком много здесь. Да, многовато. И начинаем бить рукой. И есть. И одновременно с этим попробовать. Желательно сделать поменьше, чтобы большие куски не впивались вам в десны. Угу. Так, крути, потом можно слизать. Ну все. Все, столько хватит. Руки немного грязные, можно, конечно, помыть, но можно и не мыть. Так, следующим ингредиентом будет толченая колбаса. Нет, колбаса у нас будет не толченая, она будет у нас... На терке. На терке троченая. Да. Берем колбасу так, отрезаем. Да. Отрезать не обязательно. Давай уже кромсать. Так, начинаем тереть ее на терке прямо в чипсы. Все по рецепту Руслана. Рецепт Руслана Гительмана. Классный рецепт. Так. Классный салат. Мы... Спасибо. Также режем колбасу. Наверное, мы сотрем всю колбасу, потому что здесь как-то мало. Да. Остатки кусочков, которые не трутся, можно отдать своему верному другу, так сказать, по своей беде, по натуре. Артемону. Артемону, да. Еще один кусочек. Я его отрезал наполовину и начинаю тереть. У нас уже колбасы вполне нормально, по-моему, этот кусок можно будет не стирать до конца, а оставить. Да, главное, чтобы все было сбалансировано. Баланс. Да, чтобы чипсов было столько, сколько колбасы, сыра с колбасы и еще гороха там сверху. И с йогурт потом. Йогурт, да. В конце вместе с майонезом накидаем. И шоколадочек. Горох. Горох, не надо горох забыть. Да. Ну, это, наверное, не надо уже тереть. Теперь мы приступаем. Бьем чиз. Чиз. Сыр. Это сыр с английского, кто не знал, да. Так, кусочек отрезаем, начинаем тереть. Сыр, как я повторю, элитный, не для всех сортов общества. Мы его купили нелегально на рынке, нам его продал Джамшут. Пожалуй, сыр. Я встану, чтобы удобнее тереть. Мраморный классный сыр, зачетный, возьму на пробу. Ну-ка, понравился? Вкусный, да? Неплохо. Неплохо, вполне. Я тоже так считаю. Я все, я устал стоять, я, пожалуй, все. Тереть уже, блин, надоело. Хочется поскорее уже поесть. Сыр. Да, есть такое. Салат поесть уже хочется. Так, ну все, в принципе, оставшиеся куски, которые вы разбросали вокруг, закидывайте туда. И засыпаем мы теперь шоколадом. Шоколад также трем на терке. Вместе с сыром и с колбасой. Нет, не так. Он какой-то бело-черный, по-моему, там молочный шоколад внутри. Да, классный шоколад. С
Бананы, как мы повторимся. Да, бананы это круто. Бананы это энергия, бананы, сила, бодрость. Сила, бодрость и... Да, мы будем такими же сильными и мускулистыми, как Руслан Гительман. Гительман. Именно. Именно. Мы продолжаем тереть. Привет ему, кстати, да. Картошку, ой, как ему? Шоколад. Шоколад, да, действительно, спасибо. Так, ну столько, наверное, хватит. Это все в мусорку бросаем. Да, наш оператор хочет поесть. Ну, бывает, дома не кладут, наверное. Так, все. Теперь что? Теперь мы засыпаем что? Горошек. Горошек. Элитный. А горошек как же можно потереть? Горошек не надо тереть, потому что он превратится в кашу. Горошек. Ну, мы соберем горох. Гороха немного, потому что полная банка будет много для такого салата. Вот столько хватит. Да. Горох. Теперь нам нужен йогурт и майонез. Йогурт перемешать вот так рукой. Будешь. Йогурт. Йогурт вкусный, кстати. Пересковчатый. Выливаем йогурт. Как вы видите, йогурта одного настолько такой салат маловато. Чашка большая. Поэтому берем вторую. И выливаем еще. Салат. Вкуснотища. Салат уже выглядит вкусным. Но вот не хватает майонеза. Нет, у нас не хватает ложки, чтобы перемешать это. Наш оператор сейчас пока поснимает, я схожу за ложкой. Ложку я принес. Мой оператор, спасибо тебе за съемку. Сейчас мы перемешаем этот салат. И если понадобится нужда, мы добавим майонез. Как видите, у нас йогурт в одной кучке, поэтому начинаем вот так его мешать. Начинаем вместе да. С йогуртом, колбаса, там все дела. Сыр и горошек. Главный горошек, оригинальный рецепт. Горошек просто не добавлял, но мы решили добавить. Добавить, чтобы было... Для вкуса, свежести рецепта. Повкуснее. Да. Немного будет высыпаться, но это не важно. Также салат приятно хрустит. И пахнет. Пахнет. Очень приятно пахнет. Пахнет просто обалденно. Запах банана, йогурта и чипсов. Он слишком приятен. Для наших носов. Ох. Ну, салат мы уже неплохо размешали. Наверное, стоит заправить его майонезом. Стоит заправить майонезом, да. Мешай, а я надавлю тебе. Хорошо, давай. Наверное, столько хватит. Подожди, можно еще. Я пока перемешаю, все хватит. Ну, вот столько хватит, да. Столько точно хватит. Ох, вкуснотища. Спасибо, опять же, Руслан Гадриман за рецепт. Классный парень. Очень вкусный рецепт, очень вкусно готовит. Надо его есть. Поставь себе как будет. Давай дальше. До сни. Я что так съел там много. Бери петушка, садись. Так, салат мы продолжаем перемешивать. Ну, наверное, уже хватит немного. Так, да. Салат мы перемешали, пахнет просто чудесно. И мы его дадим попробовать нашему экспериментатору. Просто чудесно, балдёжит. Экспериментатор нас попробует. И скажет, вкусно или нет. Ну, он уже почувствовал, что... Пахнет просто обалденно. Шикарно. Просто он специально побольше берет, ест. Ему, похоже, понравилось. Салат очень вкусный. Да, салат очень вкусный. Вам сюда. Так. Ну, мы поняли, что салат вкусен, и поэтому мы хотим рассказать об этом рецепте вам, чтобы вы тоже это сделали, попробовали и также насладились нашим салатом, как и мы. Это наш, кстати, заработок с Вулкана. Vulkan.ru, заходите, поднимайте деньги, да. Сейчас мы разложим в наши миски. Вот моя, его и его. Его нету. Жалко, третий не нашлось. Вот мы берем ложку, такую сюда ложим, потом... Еще. Ложка обалденно обалдёжная салата. Так, ложки. Специально для салата ложки. Специальные ложки для салата. Так, и тебе будет моя ложка. Так, мы начинаем пробовать, так сказать, салат. У него своя ложка, кстати. Вот. У него такая ложка, кстати, нормальная, которая... Классная, зачетная ложка. Приятного аппетита, как говорится. Спасибо, спасибо. С Новым годом, опа. С новым счастьем. Опа, с наступающим. С наступающим годом. Попробуем, так сказать. Ну, мне понравилось. Да. Очень вкусный салат. Чтобы Руслан не обиделся. Да. Но ждать его салата 10-бальную оценку. Мне кажется, это 10 из 10. 10
10 из 10. 10 балдежей из 10, да. 12 из 10. Что ты скажешь, наш дегустатор главный? Что же такое? Ему явно понравился. Ну все, всем пока, с наступающим Новым годом. Удачи, счастья. И здоровья. И здоровья. Я дую свои губки, я крашу свои реснички, заплетаю я самые красивые косички. Не читаю романы, мне и так нормально. Любимая картина — это зеркало ванна. Я смотрю третий час, я нереально крута. Жую свою жвачку, Инстаграм люкота. Я листаю телефончик, все кроме меня не очень нам. Мега звезда.